Подача, хорошая подача! На грани. Так можно охарактеризовать весь первый тайм встречи владимирского «Торпедо» и футбольного клуба «Леон Сатурн» из Раменского. И достается не только вратарю соперника. Голкиперу черно-белых также раз за разом приходится защищать свои ворота. После перерыва владимирцы начинают активнее владеть мячом. Все чаще подбираются к воротам «Сатурна». Вратарь буквально оказывается под расстрелом, но каждая возможность забить заканчивается для черно-белых неудачей. За все время схватки открыть счет так и не удалось. 0-0 – итог матча. Главное, не пропустили, а то, что не забили, над этим дальше продолжим работать. У «Торпедо» 35 очков. В таблице команда стала на строчку ниже. Сейчас владимирцы занимают 8-е место. В следующий раз «Торпедо» встретится с командой «Динамо-2» из Москвы. Пройдет матч на выезде. Площадкой станет учебно-тренировочная база «Новогорск-Динамо». Назначена встреча на 22 сентября.